До сих пор никто не понимает. Это, кстати, одна из загадок, вот что очень важно в науке, это, ну, так сказать, объяснение первопричин. Вот откуда жизнь взялась, вот никто путем сказать не может. Даже самые авторитетные люди, которые вроде как за это должны отвечать, они говорят так, можно сказать с уверенностью только одно, жизнь появилась. Могут сказать, когда появилась. Ну, то есть она всегда была на Земле. Как только Земля уже была, там была вода и жизнь. Вот откуда, непонятно. Вот, вот такого рода вещи вот они могут сказать. То же самое, что было вот до того события, которое... Ну, не очень правильно называют большим взрывом до появления Вселенной. Да? Появление Вселенной, на самом деле. То есть до того, как появилось пространство, время и материя. Ведь понятное дело, вроде как нашим умом, что какая-то причина-то должна была быть. Да? Потому что без причины вроде как не должно ничего быть. У вас аристотелевская схема рассуждения сейчас как раз. Какая? Аристотелевская. Ну вот он также рассуждал хорошо, о первом двигателе. Нет, это правильно. Давай сейчас мы про эту причину поговорим. Эта причина не могла быть материальной, не могла быть в пространстве находиться во времени. То есть это вот сущность, если не знаю, я в вашу область залез, слово сущность, это ваше философское, это да. Некая сущность, которая вне пространства, вне времени и нематериальна. Да? То есть вот там понятие существования, вот у нас вот существует, это значит, вот, ну, пространство и время. Ну, так всегда скажем. Вот он жил с такого-то, так, по такого-то периода в городе Ленинграде. Вот. И, значит, ну, а тут вот, то есть это некая другая форма, форма существования, да, некая другая экзистенция. Вот. Ну, вот только так можно вот отклониться от этого дела, вот, вот в такую сторону. Ну, объяснений здесь может быть, в принципе, много, в том числе философских, в том числе объяснения, согласно которым, ну, просто вот нет вот этого вот начала. То есть оно на самом деле не начало, до начала было там еще что-то, все постоянно повторяется, там, например, в бесконечность. Тогда регрессия в бесконечность получается, нарушение логики. А кто сказал, что логика верна в масштабах, ну вот, за пределом времени и пространства? Вот тут нет, можно а там по-разному просто, там, вот вы понимаете, вы вот сейчас вот это вот движение рукой сделали. Подразумевающее некое вот повторение чего-то. Повторение, да? Возвращение. Тогда же время, а тогда времени-то не было, там некогда было повторяться. Это вот ноль, понимаете? Ну, вот, меня ноль. Там не было, я это не знаю, вот, было ли как там. Как температура, вот когда температура уменьшается, 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 а в конце концов так холодно, что холоднее некуда. Это вот движение частичек прекратилось. Да, абсолютный ноль. Абсолютный ноль. А вот тут вот абсолютный ноль времени. Вот раньше времени не было, там нет времени. Ну, да. Но это если там, опять же, согласовать с определенными теориями. Нет, вы пытаетесь вывернуть, не выворачивайтесь, его бы ну, там не было. Но меня там его тоже не было, и вас там тоже не было. Мы, я не знаю, сколько мы можем предполагать, было ли там время или нет. Нет, ну, мы не предполагаем. Дело в том, что все это очень хорошо соответствует со всеми, так сказать, вот эта модель очень хорошо соответствует всем наблюдательным данным. Поразительно хорошо соответствует. Ну, здесь, в принципе, неважно. Мы начинали с разделения. Вы хотите сказать, что это все еще можно опровергнуть, и тогда все было замечательно, цвели цветы, и благоухали они, и пальмы качались, и падали снег. Нет. Вполне возможно, что тогда ничего и не было, но это не значит, что не было времени. И, может быть, даже если время стремится к нулю, например, время... Так, я вас слышу? Не слышу? Да, именно не было времени, это был ноль времени. Ну, а как это точно доказать? Математически или практически? Посмотреть это нельзя. А как вы практически, как вы на это посмотрите и используете это? Ну, а как вот вы измеряете напряжение вот в вашей сети? Вы берете прибор, например. Ну, не вы берете прибор, ладно, ну, кто-то берет прибор. А этот прибор на каких-то определенных, там сказать, физических принципах построен. И вот и мы тут тоже берем, широко говоря, прибор, который построен на определенных физических принципах, и регистрируем те процессы, которые тогда произошли. Ну, например, вот регистрируем их следы, этих процессов, которые именно так вот выглядят. Вот, например, какой след-то? Реликтовое излучение, да? Потом соотношение в старых звездах, их уровень, так сказать, металличности, да, вот, опять же, все это, вот, то есть соотношение между гелием, водородом и литием, та модель вот так вот первичного нуклеосинтеза очень хорошо подтверждается. Вот понимаете, какая штука, вот это все, все подтверждается, все, со всех сторон все получается нормально. Все, правда, новую завели, вот эту самую
Шарманку. Это про темную материю, да? Да. Ну, кстати говоря, это как-то вот не совсем понятно. Сейчас строят, значит, увлекаются строительством всяких огромных детекторов. Огромные коллайдер, детекторы. Да? Которые... Нет, не коллайдер. Не коллайдер, другой уже. Коллайдер – это ускоритель, коллайдер, а детектор – да, это окей, то, да, что да, да, регистрирует частицы. А тут нужен огромный детектор с огромным количеством вещества, с которым, на которых надо наблюдать очень редкие процессы. Что есть такая надежда, что вот это вот темное вещество, оно все-таки взаимодействует с нашим веществом, но очень редко. А для этого нужно, значит, очень большой, значит, детектор. Да, вот, вот и вот, значит, их там увлекаются и такие детекторы строят. Вот, огромные, колоссальные, там, там что, тысячи тонн вещества, там, вот такого рода вещи. Вот, но, так вот-то дальше-то, это ладно, это все обнаружить, не обнаружить, это ладно, но вот тут такая штука. А что такое темная материя? А это, говорит, такая материя, которая с нашей материей взаимодействует только, только через гравитационное взаимодействие. Откуда пошла вот эта темная материя? А это такие достаточно старинные теперь по теперешним понятиям наблюдения. По-моему, Цвики это наблюдал, такой астроном, да, болгаро-швейцарско-американский. Вот, он, значит, наблюдал, измерял скорость движения звезд на периферии далеких галактик. А понимаете, что вот, значит, ну вот галактика, она гравитирует, да, а тут движется звезда. Да. А звезда движется так, чтобы на нее не упасть, да, вот эта скорость движения, космическая скорость, вот он ее и меряет, да. Она зависит от массы того, что ее притягивает. Размер-то он вроде видит, а там какова масса. Вот, как вот оценить эту массу? Вот он таким образом, массу он оценивает так, по светимости. Он говорит, вот каждая звезда сколько-то светит, там сколько-то звезд, вот, значит, в среднем масса вот такая-то, столько там масс Солнца, или столько-то там граммов вот так, на 10 в такой-то степени. Вот. Вот такая, такая оценка делается. Но тут очень важный момент. Как они оценивают светимость? Дело в том, что светимость они оценят следующим образом. Вот мы принимаем сигнал от нее, да? Вот с какой-то там времена Цвики, это наверняка было потемнение фотопластинки. А теперь это там, значит, всякие электронные методы регистрации света, уровня светимости. Вот, это все мы сделали прекрасно. Но тут расстояние еще играет роль, да? Единица на r квадрат. А вот это расстояние на тех, оно очень... Ну, хорошо, если процентов 50 погрешность. Это считается вообще идеально. А то, там могла быть и больше гораздо. Во времена Цвики уж точно она была еще больше. То есть это вообще такие приблизительные. Строго говоря, современное представление о масштабе Вселенной, это появилось трудами Амбарцумяна, Маркаряна. Вот их почему-то никто на щит не поднимает. Я, как советский человек, их помню. Это, так сказать... Бюраканская астрофизическая обсерватория в Армении. Сейчас-то их армяне не помнят. А на самом деле это люди, которые, ну, весь коллектив, просто я две фамилии из них помню, которые вот это вот, их трудами-то вот современное представление о масштабе Вселенной, это их. Это они нашли. Их трудами это все было определено. Вот. Так вот, это как, сколь это позже, да, было, чем Цвики. Вот, ну и теперь, а теперь все равно, это вот теперь погрешность, это 40% очень хорошая, это я вам по-современному говорю. У вас в ваших науках, не знаю, сколько они ваши, в истории, например, то же самое погрешность со временем бывает, когда говорят там о древних цивилизациях, скажем, о египетской, там плюс-минус 100 лет, это не ошибка там. Ну, это конечно. У нас тут датировка, когда тут была Вторая мировая война, тут уже смешно, если человек ошибается на один год. Ну, да. Уже смешно. Вот, уже где-то чему-то учился, а там, ну, 100 лет, это не ошибка. Вот. Вот, такие вот дела-то. И вот тут-то мы и утыкаемся вот в такую вот ситуацию, что, ну, это, во-первых, просто я под сомнение поставил. А второй момент вот какой. Ну, вот, хорошо, она есть, эта темная материя. Она, естественно, есть и в нашей галактике. Куда она должна собираться? Она должна собираться внутрь звезд и, значит, планет. Но они говорят, нет,
Вот представьте, вот там звезда или планета, неважно, да? И вот на темной материи, она на нее падает. Она же не взаимодействует. Она упала, она не может застрять. Да. Она пролетает насквозь, а потом она останавливается и падает снова. Да, и да, она да. будет так, вот у вас планета или звезда, и вот темная материя через нее проскакивает, вот такой у нее, значит, шуба, оболочка из темной материи. И говорят, что темная материя занимает-то, ну, типа там 90%, 99% того, что гораздо. И это значит, в принципе говоря, а где она есть? Ну вот в Солнечной системе ее нет. Потому что, знаете, что бы было вот тогда? Тогда все наши представления о массе, значит, вещества, которые у нас есть, да, вот масса планеты, их надо было бы поправлять. То есть конкретно вот все, что мы наблюдаем, мы, значит, наблюдаем немножко не то. А вдруг мы во всем наблюдаем немножко не то, и а может нет, в итоге вот каким-то образом кирпич, оказаться, что взяли, времени кирпич, когда-то кирпич, вот всегда надо было. Вы взяли в руку кирпич, вы вот даже определяете его плотность, да, например. Да. Вы его взвешиваете там, да, размеры считаете. И при этом он за собой ведь не тащит всю вот эту вот темную материю. Тащит за собой Солнце и Земля тащит. И вот тут вот, вот такая вот непонятка появляется. Непонятка появляется. Что с этой массой? Она, значит, гравитирует. Ну что значит гравитирует? Хорошо, она гравитирует. Ну, то есть она в гравитационном взаимодействии участвует. Но, может быть, у нее нет инертной массы, в конце концов, да? Гравитационная масса есть, а инертной массы нет. Это необычно. У нас тут все обычно такое, что инертная масса строго пропорциональна гравитационной массе. Это еще Эдвеш установил в своих экспериментах, черти когда. Вот, так, ага. Так, вот, это вот так, но... Ну хорошо, тогда она, значит, вот пролетает она сквозь Землю. Да. А что значит пролетает сквозь Землю? Откуда у нее вот эта способность пролетать? Я сейчас поясню. Значит, сила на нее действует, а ускорение чему равно? А ускорение, то есть второй закон Ньютона, то что, тоже отменим для нее, что ли? Значит, сила, сила деленная на массу, а тут массы нет. Вот у нас мы с бессмассовыми частицами-то имеем дело, фотоны. Да, но для них мы специально придумали, что гравитация – это искривление пространства. Фотон на самом деле никуда не падает, потому что у него массы нет. Соответственно, ни инертной, ни гравитационной массы нет. И он просто движется в искривленном пространстве. Что ж там получается-то? Получается какая-то непонятная вещь. Что-то темная материя-то массу не имеет... Но гравитирует. Ну, вот тут совсем непонятно. И вообще вот это вот увлечение, по-моему, темной материи, оно, по-моему, чрезмерно. Есть, по-моему, желание у многих трактовать все, не задумавшись. Вот тот вот первоначальный вот эти вот информация от Цвики, которая идущая, она, ну, во-первых, вот я вам высказал свои сомнения, а во-вторых, даже если это сомнение убрать с помощью там более строгих измерений и так далее, у нас же мы еще огромное количество того, что есть в галактике, мы можем не учитывать. Чего можем не учитывать? Ну, во-первых, так сказать, черные дыры, их наличие мы в основном оцениваем, их количество. Во-вторых, звезды, которые так звездами не стали. То есть фактически газовые гиганты, которые, значит, не загорелись как звезды. Типа нашего Юпитера, Сатурна и даже еще больше. Они просто не излучают ничего, в них нет, синтез не идет. Они где-то летают в холодном космосе, летают по орбитам, как и звезды, да. И самое главное, это еще межзвездный газ. Масса, на самом деле, в галактике его огромная, потому что я вот не напрасно сказал газ, потому что галактика не заполнена вакуумом, скажем так. Да. Что такое вакуум? Это нечто, вот объем где-нибудь вакуумирован. Что значит вакуум вот, с технической точки зрения? Это значит длина свободного пробега молекулы больше, чем размер вот этого вот баллона, чем размер задачи. А понятное дело, что в объеме галактики, ну, какая молекула не беги, она с кем-нибудь столкнется. Даже при очень маленькой плотности, типа один атом на кубический сантиметр, да, или один атом на кубический метр, все равно найдет с кем столкнуться. Вот, потому что размеры колоссальные, там сотни тысяч световых лет.
Вот, так столкнется, никуда не денется. И вот это вот, так вот, мало того, что это газ, кстати, в нем есть даже вот, есть объекты, которые движутся со скоростью быстрее, чем скорость звука вот в этом вот, это называется такая категория ультраразреженный газ. Вот есть такая глава в учебнике общей физики, ультраразреженный газ, это про него. Так вот, есть звезды, которые движутся со скоростью быстрее скорости звука в этом ультраразреженном газе, и на них сидит светящийся скачок уплотнения, да, это вот, значит, движение с гиперзвуковой скоростью. Вот, вот он сидит, он светится, прям видно вот эти звезды, на них скачок такой сидит. Скачок сидит, это слова из жаргона аэродинамики. Вот, и вот это вот сидит скачок, да, на них вот светится он. А потом еще, ведь этот газ-то не просто себе газ, он еще ведь ионизирован. То есть на самом деле это плазма. А в плазму еще, как сказать, как они говорят, вморожены, так говорят, вморожены силовые линии магнитного поля. А эти силовые линии, вот мы на примере Солнца знаем, что они черт что могут делать. Вот эта вот солнечная активность связана как раз с тем, что там вот все эти вот перекручивания этих, потому что Солнце ведь это газовый шар, вращается он неравномерно, разные широты вращаются с разной скоростью, это все скручивает, перекручивает. Вот, и вот это приводит там к активности, там солнечные вспышки, все такое прочее. Как все в деталях, я не знаю, и, по-моему, никто особенно не претендует на то, что он знает до конца все. Но, тем не менее, вот это такой вот факт имеет место быть. Это очень чудно, на самом деле. Очень странно. И как с этим справиться? Да, и там вот эти вот, все эти магнитные поля в галактике тоже играют какую-то роль. Кстати, видели, как они закручиваются, галактики-то? Да. Кто его знает, что с этим связано? Кто его знает, как это влияет на движение всей вот этой вот... На самом деле это... Галактика – это огромный газовый, так сказать, комок, в котором присутствует, кроме, собственно, вот этого газа, который из молекул состоит и атомов, еще и большие такие включения, небесные тела. Да. И, по сути дела, это тоже объект такой, да, как в опыте Перена, он молекулы заменил на маленькие шарики, микроскопические, но все-таки шарики застывшего млечного сока какого-то тропического растения, гумигут. Назывались такие шарики. Вот, вот они вели себя как молекулы. Он их наблюдал, вот он определил число Авогадро. Значит, константу Больцмана, соответственно, оттуда число Авогадро. Вот, ну вот мы имеем дело, на самом деле, потихонечку, полигонечку мы переехали из космологии, в общем-то говоря, в описание какого-то поведения, ну, не знаю, газа какого-то. То есть вот в статистическую физику въехали. Вот это вот интересно все, вот это такая вот ситуация здесь. Ну, это мы почему-то покритиковал, я взялся покритиковать любимое мое место для того, для критики, это темная материя, вот, потому что то ли она есть, то ли она ее нет.